На каналі «Репортер» продовжується повноцінне висвітлення війни в Україні, жорстокої агресії з боку Росії. Традиційний, на жаль, традиційний випуск військових підсумків тижня. Юліан Аксьонов, військовий експерт. Отже, ще один тиждень позаду. Я не знаю, як говорять про таку ситуацію фахівці. В боксі говорять, там ситуація клінч, в футболі позиційна атака, неспішна. Ми бачимо, що ситуація більш-менш така стабільна. Люди гинуть, техніка теж вщень, але просування не бачимо. Як на військовій мові можна описати те, що ми спостерігаємо зараз на фронтах України? Военным языком это называется оперативная пауза, когда одна из сторон... Кстати, забегая вперед, скажу, что благодаря этому мы можем примерно понимать количество потерь нашего врага. Так вот, оперативную паузу берет та сторона, которая потеряла как минимум треть своей военной силы, то есть 30%. А значит, если брать в расчет, что генеральный штаб последние свои сводки дал потери личного состава более 12 тысяч, и эту цифру мы смело можем умножать на 3, чтобы получить количество раненых, то у нас получается что-то около 45-48, не думаю, что 50, но тем не менее вот близко к этим 30%. Оперативная пауза вызвана не только этими потерями. Элементарно нужно подтянуть тылы, стоит техника, как говорят военные, сушит бак. Мы активно этому противодействуем. Надо понимать, что большого количества отрядов, которые могут оперативно продвигаться по тылам, у нас нет. Есть очень успешные направления Киевщина, Черниговщина, где такие отряды сформированы, как правило, это люди из сил специальных операций, которые охотятся прямо на бензовозы, на ливники, различные магистрали проложены, но, как правило, они тянутся с Беларуси, их не так много, ну, как для военной операции, их насчитали что-то там около 80, но они не такие длинные, поэтому технике приходится буквально подъезжать обратно к тем позициям, откуда они выходили. Поэтому гонят топляки, как называют их военные, их тут сжигают, но, повторюсь, происходит не везде. Оперативная пауза используется для пополнения, в том числе и личного состава, выбывшего по тем или иным причинам, для поднятия духа, как могут, но у нашего противника с этим все очень плохо. Поэтому единственное, что всех удивило, экспертов и даже военных бывалых, что эта оперативная пауза затянулась. Думали, что намного она быстрее пройдет, но, как видим, нет. Но, опять же, стоит сказать, что глобально продвижений действительно никаких. На некоторых участках, прорывом это не назовешь, есть продвижение к нашей линии обороны. Это где-то 2 километра, где-то 15 километров. Пока что это не критично. Но, к примеру, я думаю, что все видели очень эпическое, скажем, видео, где 72-я бригада вместе с частью полка Азова отбивала атаку в Броварах. Так вот это вот была классическая, так называемая, разведка боем. Но в исполнении врага это такая была разведка боем, дескать, она была немножечко крупнее, чем для обычной разведки боем, поэтому разведуем, ну хорошо. А если даже удастся закрепиться, то вообще классно, потому что нас больше, чем обычно. Но благо это не произошло, наши войска оперативно выдвинулись, мы видели эти панические попытки экипажа тяжелой огнеметной системы «Буратино» выстрелить куда непонятно зачем. То есть все говорит о том, что наш противник продолжает действовать немножечко неосмысленно с военной точки зрения, куда-то гонятся колонны, они не понимают, что им делать. Вот такое впечатление, что расчет продолжает, спустя 2 недели войны продолжают думать, что мы просто испугаемся
от этого количества техники в колоннах. Конечно же, этого не происходит, ее оперативно сжигают, уцелевшие видят, что плотность огня слишком большая, да и просто люди не хотят уже воевать, по большому счету, разворачиваются и уходят. Поэтому говорить о том, что оперативная пауза – это вот как в Первой мировой войне люди разошлись по своим окопам, курят махорку и чистят стволы ружей – нет, есть участки, где враг не оставляет попыток продолжить свое продвижение, но уже, да, не такими силами. А коли мы записываем с тобой интервью, пятница, 9 вечера, в эфире будем десь годину, и последние новости, навіть же меньше пишут за Маріуполь, там все погано с точки зрения гуманитарной ситуации, мы это знаем, а на жаль, йдуть жорсткі бої за Миколаїв. Миколаїв, там пан військовий губернатор періодично дарує нам такий оптимізм, і це добре в цей час, і це правильно, але ми не можемо не пропускати, що є великі жертви серед цивільного населення по всій області. І зараз, наскільки я розумію, Миколаїв для ворога – це все ж таки більший шлях саме на північ. Такий південний шлях через там Кіровоградщину, Черкащину теж можливий на Київ. Тому йде така запекла боротьба за Миколаїв і зараз, саме в цей час. Ну, це моє припущення. Можливо, у тебе інша інформація. Соглашусь, но не в той части касательно направления удара. Далековато придется им ехать. Плюс они поистрепаются после боев. Я не думаю, что будет попытка окружить таким образом Киев из юга. Не будем забывать, что до нас очередь еще не дошла. Я имею в виду Одессу. Дай бог, чтобы так и продолжалось дальше. Мы видим, что происходит в городах, которые оказываются в окружении. Ни о какой специальной военной операции речи не идет. Просто их стирают с лица земли, как могут. Да, Николаев – это наш форпост одесский, Вознесенск в том числе, вот эта агломерация. И пока они держатся, Одесса может готовиться к удару и даже помогать соседям. Ну, скільки я розумію, так відбувається. Одесса, ну, як може, принаймні гуманитарно допомагає Николаев. Да, да, пока, ну, я не знаю, конечно же, и хорошо, что я не, а если я не знаю, то и враг не должен знать планов нашего командования. Возможно, мы все слышали новость о том, что формируется новая бригада территориальной обороны. Возможно, какие-то силы будут отправлены в Николаев на усиление. Но это было бы правильно. Я не владею всей информацией и ситуацией там. Возможно, сейчас им подкрепление не нужно, но иметь в запасе такую пожарную команду почему бы и нет. И плюс сегодня мы снова слышали сигналы воздушной тревоги, и враг нам намекает, что вы не расслабляйтесь, и делает это не просто для того, чтобы нас как-то запугать, а так, чтобы военное руководство наше не могло перебросить какие-то части и соединения с одесского направления к тому же Николаеву. Ну, то есть, если даже и перебрасывать, то принятие решения будет слишком тяжелым в этой ситуации, потому что мы оголяем фланг. И кто знает, может воспользоваться этим. Мы видели эти безглузди попытки высадки вертолетных десантов, которые ничем удачным не закончились. Из более 20 попыток только одна оказалась удачной в Новой Каховке. Поэтому, а когда часть войск будет передислоцирована, кто знает, какой результат получится после их ухода из Одессы и высадки десанта. Потому да, приходится, к сожалению, вот так вот тяжело, я понимаю, наших военных начальников, тяжело вот так соблюдать баланс военный. И здесь нельзя открыть фланги, и там как бы тоже людям нужно помочь. Но очень позитивно для нас в том, что за эти две недели у нас не было ни одного большого разгрома. Плюс-минус мы держим плотно линию обороны, а значит, в середине страны, на западе и на юге, можно проводить мобилизационные мероприятия. Кроме того, что
люди активно идут в территориальную оборону, также военные части пополняют так называемый оперативный резерв в первую очередь, люди, которые прошли тогда еще антитеррористическую операцию и потом уже ООС, то есть они знают, какой у них БМП, какой танк, кто они, где они, гранатометчики, радисты, зенитчики. Это люди, которые прибывают конкретно в своей части и занимают место в строю, которое они всегда и занимали. Плюс мы начинаем разворачивать так называемый корпус резерва. Это части так называемые кадрированные. То есть в мирное время там только техника и буквально там 10-20 офицеров и солдат, которые ее охраняют. Как только случается вот такая беда, эти части пополняют резервисты, подписавшие контракт на прохождение военной службы в резерве. Они прибывают, опять же, знают свою технику, знают свое место в строю. Вот у нас таких 3 танковых бригады и 3 мотопехотные, если не ошибаюсь. То есть таким образом у нас появляются резервы, которыми можно маневрировать, которые можно оперативно использовать в наиболее сложных местах. Кстати, благодаря этому я питаю надежду, что в ближайшее время мы увидим проведение операции по деблокированию Мариуполя, так как город в очень плотном окружении. Проблема Мариуполя заключается в том, что взять Мариуполь сходу не удастся. Что бы там ни говорили, даже подтягивая резервы, театр военных действий как город очень тяжелый. По этой причине никто из экспертов и военных не понимает смысла бодаться за Киев, Харьков. Миллионная агломерация, и зайти туда, пожечь технику, положить людей. В Мариуполе аналогичная ситуация, только других масштабов. Но да, проблема в том, что страдают невинные люди, гражданские, которые не смогли оттуда уехать оперативно по разным причинам. Это да, и придется проводить операцию по деблокированию Мариуполя хотя бы для того, чтобы спасти в первую очередь жизни гражданских. Так, це одні з самих страшних кадрів цього тижня, особисто для мене. Поступово звикаєш до таких новин, сводок, що десь там щось прилетіло, загинули 3, 4, 5 людей. Але саме коли люди залишають мирні міста, Суми, Маріуполь, інші, люди, в яких 2 тижні ще тому були інші плани, 3 тижні тому були інші плани, там хтось там бажав там щось там справу свою відкривати, робота, навчання, там, школа, університети. Ці люди, вони, можливо, не були там політично активні, але вони там не були, можливо, якісь там патріоти, але вони не чекали там Путіна, не чекали там Росію. Вони собі жили звичним життям. І ось зараз, ось ці дні, одна спроба вивезти автобусами, там діти і жінки. Ну, особисто мені, як людині такий, ну, цинічній щодо цієї ситуації, так, вона теж є родина, але я все вже сприймаю так більш-менш спокійно, з професійної точки зору. Але мені саме на ці кадри було найбільш боляче дивитися, коли люди, ну, ось було так, а стало так. Так вони живі. Але вони їдуть майже там в невідомість. Так, вони там перемістилися там до Дніпра, до Запоріжжя. А де гарантія, що завтра, післязавтра не прилетить туди? Знаєш, я згадав один такий короткий розказ, вона називалася «Невезіння». Там короткий розказ, там декілька речень розпочинається з того, що людина всипається в лікарні і встривожений весь, поруч врачі, медична сестра, і чоловік питає, що зі мною, де я? Медсестра каже, все в порядку, з вами все в порядку, не переживайте, тому що зараз ви в Нагасакі, саме страшніше вже відбулося. І у мене завжди це в голові. Я розумію, що ми повинні бажати тільки найкращого, але я іноді такий гуманіст. І ти говорив про розвідку.
посеред цього тижня з моря розвідка була. Теж таки вітання було в Одесі, до речі. Да, ну, какого-то определенного смысла, я так понимаю, даже российское командование не вкладывает в эти действия. Скорее так, опять же говорю, обозначить Одессу одним из направлений, говорить все время, подчеркивать, что готовьтесь и так далее. Повторюсь, опять же, для сковывания, непонятные пуски ракет, а ракеты ли это, непонятно, просто из-за того, что снято было далеко, командование ВМС, может быть, и правильно, не знаю, но пока занимает какую-то позицию такую слишком секретную, хотя я считаю, что неплохо было бы информировать людей, разумеется, не посвящая определенные детали, которые могут навредить, но как-то вот у нас коммуникация строится, грубо говоря, на волонтерских основах. Есть человек, который постит в Фейсбуке просто пересказ каких-то военных и так далее, и при всем уважении, но тоже информация может быть искажена. А с точки зрения информирования, де в чем я погоджуюсь с тобой, информирование про власні втрати. Це 100% деморалізує армію. Не повинні ми кожного разу про це говорити. Тому що на початку я бачив, що були цифри, потім це залишились лише цифри цивільних, за даними ООН, за даними інших наших вже відомств, міністерств. Тому що з одного боку так, якщо будемо знати, що нашої України також втрати, також полонені. Ми бачимо величезні втрати і величезну кількість полонених, і це підтверджена інформація, дякуючи нашим гуманітарним телеграм-каналам, і бачимо дознання, яке проводить Служба безпеки України, бачимо цю безліч брифінгів, Київ, Одеса, пілоти, які бомбили мирне населення, це все є, напевно, це все піде вже до Гаги, до трибуналу. Я хотілося б вірити про це, але що робити з нашими втратами? Ми повинні про це якось так же. Є, ну, на жаль. Я сторонник прийому, скажем так, якщо це уместно так в этой ситуации говорить, когда потери называются уже после войны. Так в своё время поступил Азербайджан. Мы слышали только про потери армянской стороны, но не Азербайджана. Да, были какие-то утечки, опять же, со стороны Азербайджана, в Армении, прошу прощения, но официально Азербайджан назвал цифру своих потерь только после окончания войны. Поэтому мы должны понимать, что время у нас, мягко говоря, особенное. Много информации гражданскому населению называть нельзя в силу того, что люди, отдаленные от военной тематики, могут ее неправильно интерпретировать. Я помню панику первых дней, когда лично мне говорили люди, в Херсоне российские танки, они разворачиваются, идут на Одессу, хотя мы прекрасно, ну мы, я имею в виду те, кто так или иначе сталкивался с военным делом, понимают, что, ну а что значит развернуться и пойти? Это значит, два дня не спит человек, а где гарантия, что у него есть топливо, а где гарантия, что он дойдет до Одессы в боеспособном состоянии? Просто люди, я столкнулся с таким фактором, что люди понимают войну, ну, это не вина их, это не вина, просто должны мы понимать и то, что разгоняется паника, люди сами того не ведают. Люди воспринимают военные действия как стратегию на компьютерной игре. Ты обводишь курсором солдатиков, отправляешь их в определенную местность, они занимают ее, и все, и ты вроде как с новыми ресурсами. На самом же деле нет. Поэтому, когда мы видели какие-то разрозненные отряды на улицах Киева или Харькова, потом оказывалось, что из 10 тысяч, грубо говоря, людей штурмовавших, а зашло всего 20 человек на 4 БТРах, а тут же гражданские разнесли, боже, все, они здесь и сдаемся на милость победителю, не дай бог, конечно.
Вот в этом отношении, да, к сожалению, есть проблема. Поэтому вернусь к твоему вопросу. Потери сейчас называть нельзя. Я их от своих, скажем так, каналов получаю. Не стоит называть, не стоит. Поверьте, все мы прекрасно понимаем, оборона это тоже затратное дело, и потери большие. Поэтому сейчас просто людей деморализует и все. И даже тех, кто сейчас с оружием в руках, они тоже эту информацию не получают. Я имею в виду те, кто находится на соседних участках. Поэтому, а люди бывают разные и воспримут это как полное поражение. Я погоджуюся, до чому погоджуюся. Так, я розумію, що війна йде величезні втрати у ворога, але ми як дорослі люди, які вміють працювати з інформацією, які вміють іноді тримати холодну голову, як ми теж розуміємо, що ворог сам по собі він не гине. Ми кожного вечора і ранку слухаємо доповіді Верховного Головнокомандуючого, де він нагороджує наших захисників, героїв, і ми можемо прикинути, що 50% плюс-мінус нагороджених – це люди нагороджені посмертно. Ніяких коментарів не може бути. Щодо тих інтерв'ю, які дають російські полонені, як ти сприймаєш цю інформацію? Вона може бути корисна, ці вибачення, ці призиви до військових російських, не йдіть сюди, не совершайте там преступления, ну і таке інше. Чим дійсно вони будуть корисні для того, коли цей злочин військовий з боку Росії буде розглядатися на міжнародному рівні? Скорее тут нужно разделить, скажем так, на две пользы – военная и общественно-политическая. В части военной, ну, рядовые солдаты много сообщить не смогут. Ну, фамилии командиров, номер части, ну, это и так по большому счету известно. Что на вооружении, большого интереса не представляет. Скорее, они могут подтвердить, на каком уровне находится моральный дух, какие-то нюансы в планировании, командиры к ним. Это можно использовать в нашей пропаганде против них же. Офицеры куда интереснее. И даже если мы сравним видео, да, солдаты, я ничего не знал, меня посадили за руль, сказали ехать. Где-то 2002 это рік, соответствует. там вони 2002 року народження, вони місяць там служать, чи вони дійсно корисні інформації. Це згодом. Так, продовжуй думку, я Да, офицеры знают побольше. Офицерам доводят какие-то конкретные задачи. Если солдату говорят, езжай по этой дороге прямо, то офицеру говорят, куда ведет эта дорога, зачем они едут. И то тоже стараются фильтровать информацию, зная, что есть перспектива, что этот человек окажется в плену. Ну, как по мне, самое интересное были летчики, потому что и звания у них уже начинаются от майора и выше, и это люди на должностях командира части, замкомандира, командиры эскадрильи, звеньев и так далее. Здесь можно выудить информацию о количественном составе так называемых военно-космических сил. Места базирования известные, но важно уточнить у них, и, конечно же, это делают, а сколько этих бортов, которые мы видим на спутниковых снимках, сколько из них реально боеготовы. Потому что, что бы там ни говорила вражеская пропаганда, как бы нас ни пугало вот этими вот цифрами, как правило, когда начинают пугать цифрами, значит, все плохо с ними, с технической частью. Потому что, ну, к примеру, уже попадаются Т-72 без динамической защиты. То есть, то ли ее крепить уже некому, то ли ее нет. Мы видим, как гонятся снова новые эшелоны, но на ней старая техника. Вот эти нюансы офицеры могут знать, и мы примерно будем понимать, с чем мы можем столкнуться. Но от этого не легче.
І наостанок хотів би також сьогодні п'ятниця. Сьогодні в інформаційному полі була Республіка Білорусь з колишнім президентом Лукашенком, самопроголошеним, який полетів в Московію. Щось там ніс таке цікаве, а більш схоже на такі КВНчки щось. І одразу з'явилася інформація, що ось там готується провокація. Міноборони Білорусі, Республіки Білорусь відреагувало. Але ми знаємо, що цим людям взагалі довіряти не можна. Було багато прикладів. І тому припустимо, що ось офіційно білоруська армія в єдиному такому пориві, екстазі, з'єдналася з армією ворога, агресора, і теж веде наступ. Я так розумію, вона може лише атакувати з півночі, північний там захід, північний схід, хоча північний захід, це ж якщо будуть бої, можуть щось на територію Польщі залетіти, і це вже буде цікавіше, але ну це так, я теж припускаю, я дилетант в цій справі. Якісь прогнозовані дії білоруського пушечного м'яса, Юля? Очень интересный и одновременно сложный вопрос. Насколько я мог в этих условиях, изучал его с разных сторон. Слушаю, приходится из-за этого слушать, как ты сказал, вот эти вот выступления команды КВН ЧП Минск. Так. Ну и белорусскую позицию. Есть множество мнений, но что заметил я? С первого дня, даже до начала конфликта, как только была вероятность его возникновения, мне казалось, я почему-то был уверен, что, учитывая предыдущие маневры Лукашенко и проблемы, которые у него часто, очень часто возникали с руководством Российской Федерации, мне казалось, что да, территорию он предоставит, но не пойдет. Не пойдет. Две недели, пока этого не происходит. Какие-то есть сообщения о том, что в первые дни вроде как предпринимались попытки, но то ли они хорошенько получили, как говорится, по зубам, литературно выражаясь, а то ли действительно подумали, а давай-ка мы посидим, посмотрим и потом решим, что же нам делать. Сегодня же Лукашенко Путину опять говорит, что, дескать, нас хотят втянуть в эту войну, но мы-то защищаем западный фланг. И если мы пойдем в Украину, то мы оголим западный фланг, и НАТО подступно вдарить в спину. И мы же этого допустить не можем, у нас почетная миссия, мы защищаем русский мир от тлетворного влияния. Путин сидит, кивает. Разумеется, на камеру, возможно, в голове у него другие мысли. В это же время, причем, да, надо уточнить, что подобные заявления Лукашенко делал и ранее, то есть намекая на то, что воевать в Украине мы не будем, но мы тут посидим, вот прикроем в случае чего, Володя, мы тебя прикроем, но воевать не будем. Время, когда диктаторы сидят, общаются, мы получаем сообщение о том, что предпринято, ну, это не попытка, это как раз и самое, что ни на есть, чистейшая провокация. Два самолета российских взлетают с территории Белоруссии, делают разворот над Украиной, тем самым изображая, будто бы с Украины прилетели самолеты, ударили по какому-то там хутору, вроде как без жертв, но провокация, смотрите же, вот нападают. И тут начинается самое интересное. Пока официального заявления мы так от Лукашенко не дождались. Есть первая реакция его Министерства обороны, которая говорит, что перестаньте, это фейк. И тут начинается самое интересное. Вот логически рассуждаем. А знал ли Лукашенко об этом? Возможно, там его лучший друг, сидя с ним, общаясь глаза в глаза, где-то там за спиной нажимает на кнопку, дает команду. Я утрирую, но понимают люди, о чем я. И там происходит такая провокация. Но
Глупо. Глупо, потому что тот же Лукашенко, вернувшись к себе домой, спросит свое же ПВО, а ну-ка дайте мне данные, кто взлетал. Все же это прекрасно видно на радарах, и на что расчет, не понимаю. Второй момент. Очень часто мы слышим, что белорусская армия не очень-то и хочет сама воевать. И было сообщение о том, что в отставку, да, кажется, он по собственному желанию ушел начальник генерального штаба, якобы из-за того, что не сумел собрать боеспособные ударные группы для вторжения в Украину. Ну, верить этой информации не знаю, можно ли. Но то, что спустя 2 недели мы так и не увидели каких-то серьезных подвижек со стороны белорусов, о чем-то-то и говорит. А оппозиционеры в то же время говорят, что сам Лукашенко опасается посылать войска, потому что за все время пребывания на посту президента он выстраивал четкую вертикаль, опираясь на, в первую очередь на МВД и все подразделения, связанные с ним. Всякие ОМОНы, Альфы, КГБ и прочие отряды. А с военными у него всегда были натянутые отношения, и даже, дескать, не самые обласканные они им, потому что в других силовых структурах и условия работы лучше, и зарплаты выше, а вот армию Лукашенко обделяет вниманием. И если он отправит их вот эту бойню, то не ровен час, когда они просто развернутся и вернутся домой, а уж что они сделают, это большой вопрос, который он опасается. Ну, есть и такое мнение. Поэтому я не знаю, прогнозировать что-то, я все еще буду настаивать, я в этом не уверен, но буду настаивать, что, скорее всего, мы так и не увидим белорусов на своей территории. Что же касается военной составляющей, то по разным оценкам, под ружье вот в эти ударные группировки, батальонно-тактические группы или ротно-тактические группы, это уже будет зависеть от их тактического построения, белорусы могут собрать около 17 тысяч. Называлась цифра в 30, но очень сомнительно, потому что там вооруженные силы-то все 45 тысяч, а 30, ну, допустим, с резервистами, но техника, оружие, где это все взять, не знаю. Из себя белорусская армия не представляет какой-то серьезный, уж прямо, недооценивать тоже нельзя, особенно в нашей ситуации, когда мы воюем на несколько фронтов. Но, откровенно сказать, это не самая боеспособная армия в мире, это скорее что-то между советской и российской армией. На вооружении советское оружие, российское, и даже у них немного, но есть собственных разработок касательно боевых бронированных машин и... Я пам'ятаю... І кажется, даже у них... Я пам'ятаю, така здоровенна машина називалась «Волод». Якось чув про неї і навіть там бачив на власні очі десь де такі тягачі, які можуть пересувати таку важку-тяжку зброю. Ну, це так, з минулого якось життя. В тому числі, да. Є у них ще ракетні комплекси «Полонез». Вместе с китайцами разработанные, тогда с россиянами они поссорились, не получилось. Ну, то есть, опять же, я не хочу быть вторым Арестовичем, говорить, что это, ну, пусть заходят, будем разбираться. Конечно же, понятное дело, что зайдут, будем что-то думать. Но я вижу, что самое реалистичное задание этой группировки, по большому счету, не воевать, зайти, и сковывать вот те силы, которые у нас собраны на Волынском направлении, которые можно было бы сейчас отправить на подмогу Киеву. Но сделать это мы не можем, потому что у нас нет ясности, а что же будут делать белорусы. Розуміло. Дякую, Юліане. Ми будемо закруглятися. Черговий випуск, другий випуск військових підсумків тижня. Будемо сподіватися, що Україну спіткає краща доля, будемо чекати добрих новин,
хоча розуміємо і будемо ставитися з розумінням до новин різного характеру. Як інакше? Дякую, до зв'язку, будемо триматися. Спасибо за беседу, до свидания.